Приветствую вас на канале RedCat. Сегодня вместе с моими друзьями, с Валеришкой Сим, а также котенком Лайком, мы отправимся в увлекательное путешествие на космическом корабле в Among Us. Ну что ж, ребята, посмотрим, что будет происходить на этом корабле. Смотрим. Полетели! Давайте в космос! На Марс! За шаурмой! За шаурмой! Все, отправляйтесь за шаурмой! Привет! Здорово! За шаурмой и Ред Кэти. Привет. Он отправляется за сосисками. За пончиком. Все, отлично, мы стартуем. Кодик уже кинули в Дискорд. Погнали. Посмотрим. Полетели. Мотор. Первый раунд. Мы еще и виски забыли. Возвращаемся. Руль крути обратно. Вообще. Так, все, скажу честно, я не предатель. Я тоже, я в медпункте жду, если кто-то хочет просканиться, могу посмотреть. Да? Ну что мы тут с вами, просканируемся все, признавайтесь. Давайте, так, сейчас я через вентиляцию быстрее прибегу. Нормально, быстро. Ничего себе, уже двоих убили. Вообще, кто-то, что-то мне не нравится это. Можно выйти отсюда из этого космического корабля на отдельный шаттл. Балди, балди, балди. Так, кто? Балди? При мне. Балди при мне. Ну что, верим, что это Балди? Доказательств нет. Я скипую, потому что нет доказательств. К тому же я люблю Балди, поэтому я не буду против него голосовать. Так, подожди, а может вы Лайк и Балди вместе? Что-то мне как-то очень подозрительно. Я думаю, что можно за Балди, а если, короче, нет, то тогда Серого сразу выкидываю. А, я не знаю. Если не он, то я ковида. Ребята, это просто, либо у нас очень хитрые коты. Нет, давайте оставляем Балди, Балди крутой. Нет. Нет! Ничья, нормально. Так, интересненько, интересненько. Так, синий, Балди и розовая вместе. У них там какая-то туса. А с коалиция? Коалиция, я боюсь вас, коалиция. Не сканируйся! Так, привидение бы, чтоб еще выполняло задание, было бы вообще шикарно. Опа, что за тусовка тут у нас? Что там происходит? Что вы там палите, расскажите. Пока еще ничего. Так, ребята, мне страшно играть на одном корабле с ковидом. Давайте тогда выкинем ковида. О, полегче. Что у вас так много? Здрасте, мордасти. Что вы за мной бежите все время? Идите куда-нибудь. Ребята, что это происходит? У меня просто Лайк с тобой задание совпадает. Да-да-да. Всех у нас тут по дороге нам, всем по пути. Одни задания. Так, я один из заданий выполняю, ребят. Чего они не двигаются? Слушайте, я вот бегаю, выполняю задания, а вы что вообще делаете? У нас даже не заполняется зеленая полоска. Не, она не будет заполняться, это настройка такая. А, да? Да. На канал мой подпишись, лайк поставь мне, не скупись. Ребята, можете за... Кто-то может за меня карточкой провести? У меня не получается. Слушай, а там есть на самом деле очень лайфхак. Быстро вправо-влево вводишь и отпускаешь, и все. Ух ты! Вправо-влево и отпускаешь, вправо-влево отпусти. Ну, что-то не выходит. Ну, это может, я его уже прошел. Криволапый. Нет, оно мне не засчиталось. Это что ж такое? Почему труп в электричестве не можешь собрать? Бал, не удалось считать. Слишком быстро. Да что ж такое? Опа. Это нереально, короче. Я заметил! Так, Зина Сим. Умерла. Так, кто? Балди нашел? Балди. Где ты нашел? А почему Балди? Саморепорт? Балди? Ты чистосердечно решил признаться? Не, Балди, если не я, то Балди. А, вирусняк. Давайте Балди. Нет, ну а вдруг он мирный? Нет, нельзя, Балди, на Балди! Слушайте, если мы сейчас никого не кикнем, мы скоро откинемся. Поэтому надо решать. Ну давайте попробуем Балди на всякий случай. Я как-то вот... И тебя там, кстати, тоже не было. Прости, Балди. Какой-то стрёмный. А вдруг ошиблись? Ну, сейчас узнаем. Ой-ой-ой-ой.
Так, кто-то за Реда зеленый был и за Валеришку оранжевый. Так, интересненько, кто же у нас второй предатель, Лайк или Малинка? Ага, а что это, Редкет у нас отпадает, что ли? Не, потому что ем голосовали в прошлом раунде вместе. Знаете, у них что-то сообщание это делает. Лайк вообще вначале сейчас в Балди. Ну, да? Потому нет, что это мой ну друг. Да, 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 сейчас Балди он не защищал, поэтому как-то вот. А сейчас не защищал, потому что понял, что Балди отольют. Ну, не знаю. Так, так, так. Ну что? Спасите меня. Я боюсь. Не топай отсюда, Редкет. Ага, сама топай. Я задание делаю. Я знаю, кто предатель. Так, Лайк, тебя убили? Да, все, мне габело. Понятно. Котенка Лайка убили, ищем труп. Черт. Давайте искать. У меня только собака осталась. Бедная, она в шоке. Бедный Лайк. Мы потеряли одного котика, иди там. Я тебя так, ну что? Ну, это не Валеришка, она была рядом со мною. Вместе мы были у реактора. Это не Редкет. Тогда остается либо Кирюха, либо Кирюха или Ковид. Ну, Ковид тоже меня мог убить. Я не знаю даже. Что Ковид пишет? В электрике? Я думаю, это Кирюха. Ребят, мне кажется, это Кирюха. Может, и Кирюха, да, как вариант. Понял. Кирюха, ты? Кирюха. Кирюха. А если Редкет? А что я Редкет? Я бы тебя убил, если бы я был убийца. Какой смысл? Ты была одна, я бы тебя убил бы. Это нелогично. Ковид? Ковид сливал Балди. Он бы не. Ну что, неужели он бы своего напарника? Ну давайте за Кирюху, да, что ли? Так, может, это хитрый ход такой. Ой, я же это больше всего не люблю. Когда напарник сливает напарника, отлично. Да. Это всегда так это неприятно. Ребята, если мы сейчас Кирюха может. Второго предателя, то я смогу. Так, давайте Кирюху, да? Попробуем. Если не Кирюха, тогда Ковид 19. Или очень тайный Редкет. Да? Опять Редкет, это что такое? Редкет тоже хитрый на самом деле. У него всегда один и тот же тон голоса. Когда он предатель, когда он мирный. Да-да-да. Давайте Редкета выкинем. Не, не надо мне. Давайте за хвост его. Ага. Из корабля. Нет, вы тут вообще два трупа молчите. Уже выкидывает меня. Ладно, давайте Редкетик, выбирать. Да, он у нас играет очень профессионально. Такой, я? Да, нет, тихо, я плохо. Тихо говорит, что он никогда не предатель, и не везет, и потом всех да. Рудит. Да, это один раз было, но случайно. Потом статистика вернулась, к сожалению. Так, ну что, давайте смотреть. Кирюха, нет! А ну-ка. Да, фу. Хорошо, это круто было. Аж неожиданно как-то мы так быстро разобрались с предателями. На канал мой подпишись, лайк поставь мне, не скупись. Ну что, не говорим, кто предатель только. Ну конечно. Привет. Что-то интереснее играть было. С тремя предателями. Давай, дайте мне предателя. Малина, начинай. Погнали, тремя предателями поиграем. Давай, давай, давай. Все. Короче, ребят, я сразу выпрыгиваю, я не предатель. Это бесполезно играть. Я не предатель. Давайте сразу голосовать, давайте. Ребят. Давайте голосовать сразу. У меня листья, подожди, ребята, быстрее листья, я покажу листья и голосую. Серьезно? Я уже труп нашла. Вы видели? Нет, еще. А я видел даже, кто это сделал. А, да, это хорошо. У нас есть шанс. Ух ты, отлично. Кого? Это ковид был при мне. Он так очень парится, да? У нас предатель такой. Да, он прям при мне в столовой, мы тут втроем стояли. Он, наверное, ожидал, что остальные тоже, типа, бахнут. Он, наверное, надеялся, что мы побежим делать это просто. Он же электричество вырубил, а мы все тусовались почему-то в столовке. Вообще жестко. Я такой первый раз вижу вообще. Да, это я. А что мы уже писать, если все видели? Да, ничего. Так, 1-1 пока, уже с двум. С двумя предателями. Уже легче. Я могу листочки скинуть. Только давайте пока починим быстренько, а то мы сейчас проиграем катку. Сейчас нас убьют. Не-не-не, мы выживем. А может быть Лайк предатель? Что-то он такой притих. Ну может. Лайк и предатель? Тут еще два предателя, это тоже как бы немало. Идемте, я скину листочек. Эй, кто закрыл дверь? Эй, пс.
А лайк не чинил ничего. Вас там не убили, нет? Ну, я сейчас у канистры был. Вот он бегает рядышком. Да. Идемте, я вам покажу. Смотрите, у меня листья есть. Сливы начинают такие. Эй! Почему никто не хочет смотреть, как я листья скину? Кому не интересно, что я не предатель? Понятно, кого-то уже убили. Показывать некому. Так, лайк зарезал малинку зачем-то. Как? Я же говорю, короткая игра. Мне казалось, это лайк. А кто голосовал? Я? Я отправляюсь в рай. Но я никого не видел в этот раз. Что, первый раз черный прямо у всех. Я ничего не знаю. Вот пишут, это белый. Я была в кадрах. Белый или нет? Белый его видели? Проверили, поверь. Я не могу говорить! И я не могу говорить, я уже трубки. Угу. Так, могу показать, Редкэт, что ты можешь показать? Листья у меня есть. Я могу показать листья. Я там листья? Я вам кричал, посмотрите, как я листья сбрасываю. Все убежали, их там зарезали, никто не посмотрел. Я просто не успела добежать, я прям бежала к тебе. Смотреть, как выкидывать листья, это еще опаснее, чем выкидывать листья. Подожди, кто выпрыгнул? Кто выпрыгнул? Ого, я просто никого не видел. На канал мой подпишись, лайк поставь, мне не скупись. Подожди, надо узнать, кто выпрыгнул из вент, он пишет. Давайте белого сойдем. Что, а почему я? Он очень пишет, что ты из венты прыгнул. Оранжевый просто пишет постоянно на белого. Белый, оранжевый, белый, ну кто-то оранжевый, из них, но понять бы кто. А почему такой редхед тихий? Ты тоже предатель? У меня листья есть, я же говорю, смысл у меня. Белый на оранжевый, оранжевый на белый. Ну давайте, выбирайте, у вас шестеро. Вам ой, я за оранжевый, я не знаю за кого, на самом деле, никого не видел. Ой, я за белого, ладно, тоже не знаю, почему он. Ой, а зачем я... Подожди, ты же за оранжевого сказал. Я за оранжевого, да. Но мы же за белого. А, чуметь. Подожди, ты сказал за оранжевого, проголосовал за белого. Я проголосовал за оранжевого. За белого только один проголосовал, за оранжевого, то есть только белый проголосовал. Так, ребята, идите посмотрите, если уже кому-то интересно. У меня листья до сих пор лежат. Ой, у нас уже сколько собачек. Валеришка. Ладно. Валеришка, наверное, ей вообще не интересно, что тут листья скидывать собиралась. Дверь закрыл. Дверь закрыли все. Один предатель, мне кажется, я знаю. Так, Валеришка подозрительная. А я только по собачкам вижу мертвым. Лежат они только на собачке. Так, я по камерам смотрю. Мне кажется, я знаю, кто... А ханы кого? Я не знаю, почему никто не хочет посмотреть, как я листочки скину. Валеришка, идем посмотришь, как я листочки скину. Да что ж такое? А где ты их скидывал? Да я не могу скинуть, никто не хочет смотреть. Лайк пошел на камеру, типа Валеришка игнорит меня, бегает. Да это точно редкэт, да? Да нет, это точно не редкэт, а вот... Кстати, Валеришка в тот раз была предателем тоже. Вот мне почему-то кажется, Валеришка, она не хочет смотреть, как я скидываю листья. Это подозрительно, мне кажется. Она знает, что я не предатель и бегает себе. Ну не знаю, вас пятеро. А зачем нажимать, я не понял, если мы не знаем, кто убийца. Скипайте. Так, кто? Видели кто-нибудь? Потому что сделал домашнее задание. Кто делал домашнее задание по математике? Кто что видел, пишите! Свет спит, нет руков, Лера. Кто-то на Леру пишет, что это оранжевый, пишет на Леру. Не знаю, я скипаю. Почему мне кажется, она? Смысла нету сейчас на кого-то. Почему она? Нет! Короче, тут начинается у нас уже... Чё? Нет! Что такое пруфы? Доказательства. Лайк-то один не проголосовал. А я не знаю, потому что нас все меньше и меньше. Лайк, мне... тут только тебя. Ну ладно, давайте скипанем, но мне уже страшно. Пора. Вы чё? Смотрите. Все понятно, Валеришка, следующий летишь ты против меня. Так, мы не смогли принять единого решения. Но у нас один предатель, это пока нормально. Идем, идем за мной, эй, пс. Блин, опять саботаж, опять электричество. Да ё-моё. Я чувствую, я так и умру, не покажу вам, как я листики скину. Всем по барабану мои листики. Вообще. Лайк и Валеришка, давайте кому-то из вас покажу листики, наконец. Покажи трупик. Блин, закрыли. Валеришка, я понимаю, что ты убийца, но идем хоть. Лайк, пошли со мной. Идемте. Идем, Валеришка, идем. А так. Что происходит? Идите сюда. Толпа!
Так, так, смотри, Валеришка опять ушла. Эй, я не понял. Ей вообще не интересно. Она постоянно уходит. Давай, ну смотри, наконец. Я уже всех призраков собрал. Это капец. Все, вот так вот. Да, это действительно не предатель. Ничего себе. Так, ладно. Короче, Валеришка или лайк предатель, понял. Валеришка по-любому сливал меня, я вообще скипанул. Ты что там стоишь носом? И она как-то дверь все время закрывает зачем-то. Так, кстати, мы сколько раз выходили из комнаты. Так, ну так, что, давайте. Кто там починил, Валеришка? Ну. Опять дверь закрыли, серьезно? Блин, дверь закрыли. А, подожди, это ж могут предатели закрывать же, да? Они могут помогать просто. Выпустите. У тебя есть последняя жизнь вызвать... Короче, кто меня убил, ребята, тот и... Вызвать Опа. Опа. Вот это интересно. Кого убили? У вас всего четверо осталось. Так, это или один, саморепорт, или лайк. Так, ну что у нас, какие, кто? Валеришка была рядом со мной. Ну, конечно, Валеришка меня уже сливает порой голосование. Кто-то, оранжевый пишет, он ты меня убил. Кто да, конечно. В смысле? Саморепорт. Лайк пишет. Валеришка была рядом со мной на камерах. Ну, кто подожди, ну давайте лайка все-таки попробуем. В смысле? Если это не лайк, то я тогда точно... Лайк. Да, я просто тогда голосование даже скиповал. Вы че? Серьезно, что ты? Он, Валеришка, смотри, вторую катку мне сливает. Если не лайк... Вообще, конечно. То оранж. Нет, мы не продуем. У нас будет еще одна возможность на оранжевого. Я больше не буду с вами играть! Ах ты, лайк! Скипанул. Слушай, а что ты слил первого, сказал, что он на твоих глазах убил? Ну, потому что реально на моих глазах убил. У нас было трое, мне надо было как-то выкручиваться. А, в этом плане. Вообще, очень круто поиграли. Мне кажется, подписывайтесь на канал наших друзей. Котенка Лайк, Эрпетика. Встречаемся в следующей серии. Да, всем пока. Как я, давай.